города Одесса к нам спешит большая команда. Беглецов Андрей, Рудая Карина, а с ними чуть поменьше. Подоба Андрей и Бондаренко Полина. Встречайте. Рассмеши, смешного, рассмеши меня. Ребята, привет! Здравствуйте. Привет, как дела, детвора? Дела? Отлично. Ребята, отлично. О, а ты как? Отлично. А у вас как? Если у них отлично, значит, у меня да. Все зашибись. А что тогда приехали, если отлично? Приехали. Ну, деньги на в прошлый раз мы потратили на форму КВНщикам нашим. Теперь осталось купить инвентарь на... Родителей. Для родителей. На футбольную команду, так что школа большая. Еще директору Бентли нужно купить, как бы нужно все успеть. Это надо. Ребят, мы, конечно, все знаем, что вы уже маленькие и большие звезды. Вас уже узнают многие, но некоторые вас совсем не знают. Напомните, вы семья? Нет, я их учитель физкультуры, это мои ученики. Третий, уже четвертый класс, Полина второй класс, и Карина перешла в десятый класс. Физрук, в общем. Да, я учитель физкультуры. Полиночка, Андрей, хороший учитель у вас? Отличный? У меня просто их супер. Паспорта, и они другого не могут ответить. Кстати, по поводу школы, у нас был педсовет в прошлый раз. Вы, к сожалению, не смогли приехать. Вот. Вы помните, что в прошлый раз я вам выдавал ваши ученические билеты? Мне, да? Да, наконец-то вам, Жене. Наконец-то у меня появится образование. Видите, и у нас как бы подводили итоги прошлого года, у нас проходило много олимпиад, эстафет, и вот хотелось бы вручить. Награждается ученик первого Б-класса Зеленский Вова, занявший первое место в районном конкурсе «Играй, баян, любимый» среди мальчиков с развитой фантазией. Так. Это вам. Спасибо. Дальше. Награждается ученик 5 А-класса Кошевой Женя, занявший второе место в районном конкурсе «Я у мамы» Сергей Зверев среди мальчиков с секущимися волосами. Поздравляю. Сообщаю вам о том, что ученик 3 В-класса Василий Витя исключен из школы в связи с систематическими прогулами. Это правда. Спасибо большое. Спасибо за подарок. Вот сейчас все зрители видят. Я, честно говоря, тоже в Б-классе учился. Ну, мы помним с прошлого раза. Вы помните, и специально, с прошлого раза. Да, продублировали. Я с прошлого раза так и остался в первом Б-классе. Ну, за прошлый учебный год как бы документы еще не перевели, не успели, родители не приехали, так что извините. Неуспеваемость, я понял. Я отправлю родителей. Спасибо вам большое за подарок. А вот мальчик с цыкущимися волосами, мне кажется, более интересный. Я же говорил, что вы читать не умеете. Секущиеся. Удачи. Андрей, Полинка, вы готовы? Да. Молодцы. Я за вас болею всей душой, и сейчас любой намек на улыбку я буду считать как победу. Победу, да. Поехали, первая минута пошла. Наша первая миниатюра, как наш физрук, всем кажется дебильным, а нам нравится. Чемпионат мира по детским улыбкам. Добрый день, дорогие друзья, мы находимся на чемпионате мира по детским улыбкам. Итак, на первом этапе вы должны показать грустную улыбку. А ты радостную улыбку. Вы проходите дальше, переходим дальше, вы должны будете показать улыбку Владимира Зеленского. Замечательно. Переходите дальше, улыбка Евгения Кошелева. Замечательно, а поконкретнее? Володя, когда обед? Переходим дальше. Представьте, Владимир Путин приехал с визитом к нам в школу. О, ребята, здравствуйте, очень приятно. О, девочка, давай сфотографируем, сиди сюда. Ну, сам факт, как она это делает. Ребята, 1000 гривен у вас в кармане, мы вас поздравляем на кону. Спасибо. На кону 5000. Поехали? Готовы, поехали. Андрей Николаевич, для вас есть очень добрая песня в честь 1 сентября. А ну-ка, давайте. 3, 4. Физрук Андрей, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Андрей Николаевич. Отличная песня, замечательная просто. Любят физрука. Да, просто, замечательно. 5000 гривен у вас в кармане, мы вас поздравляем. Спасибо. Ребята. Полиночка, скажи, мы идем дальше? Да. Поехали, третья минута.
Андрей Николаевич и его хор. Носа, носа, а си во себе мата. Сечи пего. 10 000 гривен. Андрей. Сильные, крепкие дети. Я должен дети. Был отомстить за прошлую песню, хоть как-нибудь. Андрей, тот, да? который маленький. А. Нет, я тебе. Андрюшечка, вы готовы пойти на 4-ю минуту и выиграть 20 тысяч? Да. Да. Да? Попробуем. 20 тысяч гривен. Зал вас поддерживает как никогда. Поехали. Сын Виктора Януковича 1 сентября 2013 года. Ну что, чеки, папочка дома? 1 сентября 2014 года. Ну что, чеки, папочка? Похороны старого физрука. Руки сорваны на носочках. Вить, как это всем близко, ты представляешь? 20 тысяч гривен, несмолкаемые аплодисменты зала. Я думаю, что и телезрители у экранов вам сейчас аплодируют, потому что вы доставили удовольствие всем нам. Ну что, сделаем сумму в 2,5 раза. Нет, больше. Нам, наверное, хватит. Мы, наверное, на следующую игру приедем, возьмем уже полтинник. Следующие миниатюры, они не такие сильные, как бы, и хочется все-таки вот уехать, как будто меня в сауну зовут. Еще, еще. Блин. Если, я думаю, что мы с ребятами... Просто явно вы угадали с настроением и нашим, и с настроением аудитории, поэтому. Я... Может, все-таки, попробуем? Все-таки... Нет. 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 Владимир, я... Посмотри на давайте лицо. Давайте на маленького Андрея. Не будем. Давайте, оста младенца глаголит истину. Андрей, тот, который большой, тот, который учитель. Вы сейчас ничего не говорите, не смотрите. Не смотрите, не учите. Нет. Не дергайте. Отвернитесь. Нет. Повернитесь ко мне вообще. Ко мне повернитесь. Нет, только вы. Только вы повернитесь. Нет, только вы повернитесь. Андрей. А, я? Да, как вас по отчеству? А Николаевич. Андрей Николаевич, я вас буду так называть. Андрей Николаевич, стойте. А, ребята, скажите... Носочки вместе, Андрей Николаевич. Носочки вместе. Другое дело. Полиночка, Андрюшечка, скажите Евгению Кошевому и Владимиру Зеленскому, хотите вы заработать 50 тысяч, а не 20? Нет. 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 Нет, блин, ну жалко. Нет. Все, обидно. Обидно, так как... Ребята, не будем вас задерживать, забирайте 20 тысяч гривен, ваши аплодисменты, конечно, несмолкаемые. Вы победители, чудесная компания, отличные дети. Замечательный учитель физкультуры привез с собой своих подопечных. Выступление просто шикарное, порадовали. И вот и нет жломства. Вот заметь, что и смешно, не пошло. И вот и как уходить. А, жаль, дети не хотят. Ну, все красиво. Да. Давайте их еще раз одарим аплодисментами. Они за кулисами нас слышат. Ребята, спасибо! Хотелось бы сказать привет нашему директору Людмиле Ивановне Ступак. Геллер просил передать привет. Привет нашим родителям, которые за нас болели, которые нас готовили, с нами приехали сюда. Вот. И еще раз привет нашим замечательным комикам и нашему замечательному ведущему. Вы супер, и вам огромнейшее спасибо.